мистецтво створювати факти, жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «В деталях» и я, ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте! Мы начинаем цикл передач под названием «В деталях», в которых мы расскажем вам, что стоит за событиями в политической, социальной, экономической жизни и как они отразятся на жизни каждого из нас. И первой темой мы выбрали судостроение «Миф для пиара или объективная реальность». Что же стоит за обещаниями политиков возродить кораблестроение или судостроение, как правильно сказать, возможно ли это, сегодня мы рассмотрим в нашей передаче. И следующее в нашем сюжете. За часів існування Радянського Союзу в Миколаєві та й в цілому в усій країні ключовим було саме кораблебудування. Перевагу віддавали військовій промисловості. Безумовно, паралельно випускали і цивільні судна. Але саме воєнка давала і замовлення, і гроші. На цю галузь їх витрачали майже не рахуючи. Наше місто унікальне. Три великі суднобудівні заводи годували чи не весь Миколаїв. Адже окрім, власне, цих підприємств функціонували десятки інших, які так чи інакше були пов'язані з будівництвом кораблів або також працювали на військових. На жаль, разом з СРСР почався занепад і суднобудівної галузі. Колосальні обсяги фінансування спочатку значно зменшилися, а з настанням незалежності України і зовсім припинилися. Цілком можливо, що гроші знайшли б, але існував ще один ключовий фактор – відсутність політичної волі тодішніх керівників країни. Плюс ще один негативний фактор, який був цілком прогнозованим. Серед колишніх директорів та інших керівників суднобудівних заводів знайшлось занадто багато готових грабувати, а не шукати шляхи подальшого розвитку підприємств. Попри загалом кризовий стан галузі у роки незалежності України, є і позитивні приклади. На зламі тисячоліть були прийняті закони про державну підтримку суднобудування, а також про спеціальні економічні зони. Створення СЕЗ «Миколаїв» дало поштовх для розвитку в тому числі і суднобудівних підприємств. І саме в той час пощастило океану. Ним зацікавився інвестор світового рівня – голландська компанія «Даман». Вже 2001 року завод приватизували, і невдовзі він став вітчизняним лідером галузі. Пізніше акції поділили з норвезькою компанією «Акер». І все було б нічого, якби 2008-го підприємство не перекупили росіяни. Близька до уряду РФ компанія «FLC». За два роки «Океансгаз» не виконав частину замовлень. Цікава доля Чорноморського суднобудівного заводу. Буквально днями власником 100% акцій після продажу останнього державного пакету став Вадим Новинський. Він є прикладом людини, для якої подібне підприємство зовсім не обов'язково має будувати судна. Завод може стояти без роботи роками. Що він таким чином відіграє, нехай краще скаже експерт у студії. Ми можемо лише припустити. Не все ще здали на металобрухт, або відбуваються ігри активами на біржах, або завод є майданчиком для якихось інших економічних ігор. Факт залишається фактом. Колосальні площі – це, нагадаємо, найбільше в Європі підприємство площею майже 300 гектарів – стоїть практично без діла. Одним з небагатьох винятків є структура, якою керує гість програми Сергій Бурковець – Южна судоремонтна компанія. А останнє державне профільне підприємство – завод імені 61-го комунара – взагалі варто окремої програми. Незважаючи на те, що сьогодні навіть голова облдержадміністрації Вадим Меріков констатує, що Миколаїв перестав бути містом корабелів і є портовим містом, у городян зберігається відчуття причетності саме до судно-кораблебудування. Тому обіцянки, а тим більше реальні кроки до його відродження підтримують не лише розумом, а й серцем. Традиційно це відбувається під час передвиборчої кампанії місцевого або загальнодержавного рівня. Яскравий приклад – колишній народний депутат Володимир Наконечний, який увірвався до миколаївського політикуму абсолютно невідомим, а за кілька місяців був обраний до Верховної Ради у 129-му безпосередньо суднобудівному окрузі. Так само, як свого часу і Анатолій Кінах, з чиїм ім'ям багато хто пов'язує розвал суднобудування. Обіцянка відродити його була і є практично обов'язковою умовою для залучення хоча б якоїсь електоральної підтримки. От тільки реальних кроків, окрім гучних популістських заяв, ніхто так і не зробив.
Сьогодні думки розділилися. Дехто вважає, що відроджувати в Миколаєві вже нема чого, суднобудування практично мертве. Дехто, в свою чергу, вважає, що на галузь треба звернути пильну увагу, адже одне робоче місце на подібних підприємствах створює від 5 до 10 робочих місць у галузях суміжних – проєктувальники, дизайнери, металурги, транспортники тощо. І поки заводи ще не повністю розкрадені, можна було б хоча б спробувати їх відродити. И мы пригласили в студию для того, чтобы раскрыть эту тему, Сергея Бурковца, директора ЮСК и волонтера. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И самый первый вопрос после этого сюжета. Скажите, возможно ли крупное кораблестроение в Николаеве возродить на тот уровень, который оно было? Знаете, вот в сюжете, конечно, очень все правильно и красиво показано. Реальное состояние дел. К сожалению, на сегодня кораблестроение в том объеме, в котором мы привыкли его видеть, и которое там старшее поколение, и которое связывало город Николаев, уже невозможно. Невозможно по какой причине? Потому что в основном наши заводы были ориентированы на военно-промышленный комплекс и также на большие тоннажа и большие рыболовецкие траулеры, которые сейчас экономически невыгодны и никому не нужны. На сегодня реально нет заказчиков. То есть мы сейчас проблема... говорим о рынке сбыта, правильно? Абсолютно правильно. Угу. Мы сейчас не говорим о проблемах тех, которые существуют, да, а их очень много. Это и кадры, кадровый голод, uh-huh. это и специальное оборудование, которое уже устарело, к сожалению. Но мы говорим, самый основной фактор – это отсутствие заказов, реальных заказов. Uh-huh. То есть мы должны понимать, для того, чтобы возрождать судостроение, нужно понимать, для кого, нужно ли нам флот, нужен ли нам флот, или торговый, или военный, или вспомогательный какой-то. То есть мы должны понимать рынок сбыта. Спасибо. То есть, если мы на секундочку представим, чтобы если бы была такая государственная программа, да, мы, я так понимаю, мы об этом сейчас говорим, да, государственная программа, которая бы что-то представляла из себя в плане организации украинского флота, либо на внешней арене Украина себя начала позиционировать как судостроители, то тогда это в теории возможно. В теории это возможно. Для того, чтобы захватить какой-то участок и какой-то процент судостроения мирового, нужно несколько факторов. Это первое. Нужно, наверное, создавать ассоциацию судовладельцев под украинским флагом. Вот на мой взгляд, неплохо американцы делают в том плане, что флажное судно, то есть под флагом Соединенных Штатов Америки, оно ремонтируется только в Америке. Да. А у нас нет своих, да, так вот? Такой нет, у нас есть наш флаг, украинский флаг, много используют его, у нас нормальный флаг, и мы нормально на этом рынке находимся. Да. Но должна быть ассоциация судовладельцев. Она наверняка существует, но она должна быть направлена каким образом? Многие уходят на острова, на какие-то компании, флаги там Белиз, Монровия и так далее. Для чего? Это скрывает свои доходы. Видно, что налоговый климат в нашей стране не сопутствует для увеличения судовладельцев. То есть все судовладельцы уходят на Кипр, регистрируют компании за рубежом, не в Украине. Это первое. Угу. Если помочь на государственном уровне таким компаниям и дать, скажем, толчок в размещение заказов на территории Украины, то эта идея имеет место. Что касается военного судостроения, это мы должны понимать, что географически так сложилось, у нас очень большая протяженность морских границ. Мы морская держава.
И для того, чтобы сохранять свои рубежи, прежде всего, мы должны иметь свой военный флот. Угу. Хотим мы этого, не хотим, дорого, недорого, мы должны это и должны его строить у себя. Угу. Потому как есть у нас возможности, есть у нас и металл, и площадя, но для этого нужна политическая воля. Понятно. И вместе с тем депутаты местных советов, областных советов, кандидаты в мэры очень часто заявляют, и вот, наверное, Игорь, вы, наверное, нам расскажете о том, как в СМИ вообще, СМИ освещает вопрос возрождения кораблестроения. Ну, СМИ вопросы по возрождению или невозрождению судостроения и кораблестроения, да, освещают, как правило, в период предвыборных кампаний, когда, как вы уже сказали, появляются кандидаты различных уровней, вот, и начинают обещать. Угу. То есть обещают, в результате ничего не появляется. Как это ни странно. Но вот я хотел сказать немножко о другом. Вот Сергей mm-hmm. рассказывал об отсутствии заказов. А давайте возьмем, например, такое государство, как Вьетнам. Как бы социалистическое, да, но не совсем уже такое коммунистическое. Оно социалистическое, капиталистическое. Ну, неважно. Так вот, судостроительные заводы во Вьетнаме, основные, были спроектированы и построены еще во времена Советского Союза. И тамошние специалисты, большинство, обучались у нас, в том числе и в Николаеве, и в Ленинграде тогда, и в Николаеве. Да? Вот. Они, вьетнамцы, строят и продают корабли. И наши украинские судовладельцы, неважно под каким флагом, покупают там суда, которые могут строить, собственно, и наши заводы, и николаевские, и херсонские, там, да? Ну и чуть раньше там, в Крыму. Потому что там в два раза дешевле, во Вьетнаме. Ну вот как такое может быть? Ну, оборудование тоже? Вьетнам все покупает, то же самое покупает. Металл покупает, оборудование, изоляционные материалы. У них есть только рабочие руки, но все в два раза дешевле. Вот стоимость судна, да? Причем зарплата средняя по Вьетнаму, чтобы телезрители понимали, $150. То есть примерно такая же, как у нас. Но там у них все... То есть... Вероятно, у них действительно есть государственные программы поддержки именно судостроения. То есть какие-то налоговые льготы, может быть, там СЭС, там все что угодно. То, что дает возможность покупать именно у Вьетнама, а не у Украины эти суда. Как вы можете прокомментировать? Ну, начну с первого вопроса. Это политики, которые в период предвыборной кампании или просто поговорить обещают... возродить, поднять и так далее. Это все абсолютно пиар, это никаких нет под этим оснований. Для того, чтобы поднимать или что-то делать, не нужно ни мандат, не нужно ни статус. То есть, если человек готов работать, то он закатывает рукава, идет в 8 утра на завод и начинает работать. Ему для этого не нужно там политической воли и там других. Сергей, простите, перебью вас. Ну вот смотрите, вот у меня, я себе записал специально, с 1 января 2013 года вступил в силу закон с длинным названием «О проведении экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности». Вот с 2013 года, да, вот он действует вообще? Мы его обсуждали, это на одном тоже из эфиров мы обсуждали этот закон, он не действует. Можете просто забыть. Вот это одно из обещаний. Он не действует. Что касается второй части вопроса, Вьетнама, но не был во Вьетнаме, работал в свое время в Объединенных Арабских Эмиратах. Да, действительно, уровень объема судостроения, Азия идет на первое место. Там в процентном соотношении больше 80%. Все, что строится сегодня, строится в Азии. А в чем их секрет? Секрет в сроках, в качестве и в скорости. А мы так не можем делать? Ну, наверное, и в стоимости, нет, да, нет. Продукции. Все, кто говорит, что мы качество, сроки, это все неправда. Мы, к сожалению, на
той базе, на том уровне, который у нас сегодня существует, мы не сможем выдержать те сроки, которые ставит судовладелец. Но подождите, вот, примеру, но есть же просто рабочие руки. Это же не только зависит от современного или несовременного оборудования. Одними руками, к сожалению, все сделать, весь корабль или все судно построить невозможно. Для того, чтобы построить судно, это очень долгоиграющий и длинный технологический процесс. Само по себе судно – это сооружение, техническое, сложное инженерное сооружение, вот так назовем. Да? И для того, чтобы его построить, одних золотых рук, сварщиков или там, механиков или маляров недостаточно. Должны быть толковые шип-менеджеры, должны быть обученные управленцы, и должен быть, самое главное, должен быть климат, инвестиционный климат, вот, для того, чтобы судовладелец из того же, из той Африки даже, и для перевозки там бокситов или еще чего-то, да, он должен прийти на верфь, увидеть, что это рабочая верфь, у нее нет долгов, у нее есть производственные площадя, у нее есть персонал квалифицированный, сертифицированный, сертификатами, чтобы доверить, что он понимает, прозрачная калькуляция. То есть, вот, дается проект, да, я хочу длиной 200 метров. Какая из верфей в Украине может сделать? К примеру, завод «Океан». Вот приходит пакет, заказ на завод «Океан», рабочий чертеж. И вот мы его там просчитываем, да, нам для того нужно раскрыть этот металл, очистить его, подготовить. Это все должно быть в срок, потому что технология постройки, она как снежный ком, да, с маленького вырастает в большой. Если мы сегодня не успели сделать это помещение, то завтра не заходят маляра, послезавтра не заходят электрики, после электриков не заходят изоляционщики. От чего зависит, допустим, то, что иногда не успевают сделать? От это человеческий фактор? Либо это какие-то еще дополнительные? Потому что низкие зарплаты, может быть. И низкие зарплаты, и уровень подготовки. Вот давайте скажем, сколько сегодня сварщиков и электриков, судовых, судомонтажников выпускаются в городе Николаев? Мы не знаем. Да. А их очень мало, потому что даже вот этот уровень подготовки мы уже забываем. Сколько осталось человек, которые, к примеру, могут с одной установки, борштангой проточить вот дедвинное устройство, дедвинный подшипник, да? Установили. Вот сейчас было очень интересно. Очень интересно и непонятно. Да их нет уже. Вот хорошо, давайте тогда, значит, секунду. Да. Давайте хорошо. Вот вернемся. То есть, подытожив ваши слова, можно сказать, что мы растеряли кадровый потенциал, да, и растеряли, в принципе... Во Вьетнам ездят молодые ребята, энергичные, английский язык, изучение, чтение чертежей, понятия есть, пожалуйста. Уровень зарплат, наверное, 2,5-4 тысячи долларов. Нет, во Вьетнаме нет. На судоверфи. Хорошо, неважно. Хорошо. То есть, по зарплатам давайте вот еще вот подведем вот какой итог. То есть любой человек, который сегодня, выходя там с предвыборным гаслом «я возрожу судостроение», это фактически человек, который говорит неправду, ложь. Популист. Хорошо. И давайте себе представим, вот вы каким-то образом умудряетесь держать свою компанию на плаву и, в принципе, наверное, имеете какой-то вектор развития. Что, как вы это смогли сделать? Вот смотрите, если мы говорим о возрождении судоремонта такого, который был, то это невозможно. Но есть нормальные и действующие примеры. Берем пример, Небуло. Вот реально для себя строят. В прошлом году 6 единиц. Без вопросов. 350, боюсь ошибиться, человек, трудоустроенных, работает чистенько, приятно глянуть. Мы в некоторых моментах тоже сотрудничаем. Небуло он сам себе строит. Да, есть заказ, но так строит. Ну хорошо, строит. А если, ну ведь не может же быть судоремонтная или судостроительная компания быть в интересах какой-то корпорации. Я продолжу. Мы сейчас говорим. Смотрите, что касается судостроения. Вот Херсонский судостроительный завод, опять-таки тоже владелец Новинский, строят.
и строить для Украины. Вот на сегодня заложен уже там мусоросборщик, довольно-таки интересный проект для администрации морских портов. В прошлом году два буксира для компании «Трансшип». Это тоже наши украинские ребята на территории Херсонского судостроительного завода. То есть строительство идет. Вот взять пример Ильичевский судоремонтный завод. Но он завален заказами. Он полностью у них. В чем сложность? В том, что вот если взять ЧСЗ, да, вот на сегодня это стабильно работающее предприятие. Вот мы говорим, потому что мы привыкли, что там раз в году мы шли, открывались двери с шариками, мы шли и спускали авианосец. Такого уже не будет. Но там сейчас территорию такую содержать, да, это проблема. Проблема, потому что этот завод строился под другие масштабы. Абсолютно верно. Угу. То есть совершенно другие задачи для этого завода. И сейчас все-таки люди умудряются переходить, они делают перевалочные площадки, они красиво сделали, кстати, там, где мы работаем и мы арендуем, часть для судоремонта. Они сделали часть для металлоконструкций. То есть начинают форматировать это все дело. Что касается 61-го, ну, действительно, отдельная передача. Потому что, как я вижу, что в этом вина все-таки государство. Даже если там хорошо, давайте мы немножко подживем. Это очень интересно. Очень интересно, я думаю, что несколько часов бы мы с удовольствием на это проговорили. То есть, если подытожить ваши слова, то вы считаете, что сегодня возможное будущее в судостроении и судоремонте Николаева это более, ну, не такие масштабные проекты, и в принципе они больше возникают на энтузиазме, как это было у вас. Да, то есть, при этом. Как бы рынок какой-то есть, и за ним, в принципе, поохотиться нужно. Для этого не нужно быть депутатом, или там мэром, или губернатором, да. У нас есть такая традиция, мы в конце передачи, а у нас осталось буквально несколько минут, мы даем слово гостю, вот что вы хотите сказать по поводу кораблестроения, судостроения нашим зрителям. Вот у вас есть такая возможность, прошу, ваша минута. Ну, я думаю, что самое главное, это мы сегодня не должны опускать руки. То есть мы должны сохранить те начинания, которые старшее поколение для нас оставило. Мы не должны это разрушить, мы не должны это разграбить, мы должны это сохранить. И в свою очередь также должны и имеем возможность закрепиться хоть в маленьких объемах для того, чтобы хотя бы маленькая частица была судостроения именно в Николаеве, так как Николаев есть и ассоциируется все время как город корабел. Вот тут еще такой вопрос, скажите, а вот старшему поколению, кто верит в эту стабильную работу на больших предприятиях, что ему сейчас остается делать по-вашему, как вы считаете? Стоит перепрофилироваться и не рассчитывать на это, или все-таки на такие небольшие предприятия, будут они там трудоустроены каким-то образом? Знаете, надо быть реалистом. Действительно, не будет тех объемов, вот, ну никак их не будет, и мы должны это понимать. Вот люди, которые, например, там сварщики, должны все-таки искать новые пути заработка денег, потому что, к большому сожалению, те объемы, которые, даже если взять, собрать весь бюджет и весь объем работ, которые там, например, планируются, или по регламенту должен быть выполняться там во всех портах и во всех плавсредствах, которые сегодня есть могут в Украине, то, поверьте, это не спасает ни один завод. И здесь взять весь флот наш и отправить, скажем, в один завод на ремонт, это не спасет, к сожалению. Хорошо, спасибо большое, Сергей. У нас в гостях был Сергей Бруковец. Мы рассмотрели один из самых главных мифов предвыборной гонки. Это судостроение и его возрождение. Я надеюсь, что этот миф сегодня разрушен. И наши уважаемые политики перестанут давить на мозоль.
особенно на старшему поколению, возрождением судостроения. С вами была передача «В деталях», ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Спасибо.